Здравствуйте, мои дорогие, это Евгения Саженцева, я психолог, а также богослов. Я хочу обратиться ко всем, кто занимается на моем канале газлайтингом. Но я думаю, что это не мои подписчики, они идут от Евмения ко мне. Они переворачивают все факты и пишут так, как будто бы я первая напала на Евмения. Друзья мои, все было иначе, и все у меня на канале последовательно освещено со скринами. Изначально мне написал Никита с предложением, чтобы я взяла у него интервью. Я ему отказала. Затем на канале Никиты полилась грязь на меня, он обзывал меня сумасшедшей, в том числе как бы оскорбляя меня и так далее. Затем он это все подчищал. И в итоге, да, действительно, так оказалось, что только на моем канале много видео. Хотя там было постов достаточно обо мне. Там была целая куча постов с негативом на меня. Затем Евмений записал критику на мое видео «Нарциссы, сыны сатаны». И после этого уже я начала защищаться активно и уже без всяких там уси-пуси. Все было именно в такой последовательности. И я не нападала ни на кого и ни разу не переходила на личности до тех пор, пока на меня не стали нападать эти нарциссы. Так что не переворачивайте факты. И я считаю, что человек, на которого нападают, имеет право защищаться, тем более на медийном пространстве, где ты не можешь просто закрыть дверь и просто забыть. Так что не переворачивайте факты, и если вы не понимаете, да, почему это все началось, чем это все продолжилось, да, то, наверное, вам стоит пересмотреть все мои видео сначала, где началась эта тема. Спасибо.